Всем привет! Сегодня делюсь с вами рецептом, который готовить быстро и просто. Паста с курицей в сливочном соусе. Лук нарезаю помельче. Курицу нарезаю небольшими кусочками. В сковороду выкладываю кусочек сливочного масла, добавляю немного растительного. Курицу обжариваю примерно 1 минуту. Затем добавляю лук, измельченный зубчик чеснока и немного перемешиваю. Добавляю соль, специи, томатную пасту и обжариваю еще минут 8. Сливки добавляю примерно 200 мл. Шпинат можете добавить по желанию. Осталось добавить натертый пармезан, готовую пасту, перемешать, и блюдо готово. Вкусное и простое блюдо на скорую руку готово. Надеюсь, рецепт вам понравился. Подписывайтесь на канал и смотрите другие вкусные рецепты.